Всем привет! Меня зовут Наташа Кинза. Сегодня предлагаю вам связать вот такие замечательные тапочки-следочки. Вяжутся они очень просто, очень быстро, буквально меньше часа. Пряжи нужно совсем чуть-чуть. Для того, чтобы создать такие тапочки, нужно связать всего лишь два прямоугольника. Берите крючок, давайте вязать. Для работы нам потребуется пряжа, любая, какая у вас есть в заначке. У меня вот такие цвета нашлись. Для резинки я использую темно-зеленый, желтый и такой терракотовый, что ли, цвет. Вязать резиночку я буду в одно сложение. Сам тапочек, подошву, я буду вязать в два сложения светло-зеленой пряжей. Крючок я подобрала четверочку. Для вязания ножницы и иголка с таким широким ушком вам потребуется для сшивания пятки. Для того, чтобы сделать этот тапочек, следочек, нам нужно связать всего лишь прямоугольник. Стороны этого прямоугольника таковы. Длинная сторона должна соответствовать длину вашей ступни, на которую вы вяжете этот следочек. Длина ступни минус 2 сантиметра на растяжение. Высота этого прямоугольника 18-18,5 сантиметров примерно. Это стандартная высота взрослого размера. Вязать я начинаю темно-зеленой пряжей. Начинаю с набора воздушных петель. На мой размер мне нужно набрать 40 петель. Вы измеряете свою ножку, отнимаете 2 сантиметра и вяжите цепочку из воздушных петель нужной длины. Вот я набираю 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и так 40 раз. Набрали нужную длину цепочки. Делаем накид и отсчитываем 2 петли от крючка. 1, 2 и в третью петельку я ввожу крючок и провязываю столбик с одним накидом. Точно так же делаю накид и в каждую петельку цепочки, не пропуская ни одной, я буду вязать столбики с одним накидом. Вязать я их так буду до конца ряда, то есть до конца ряда. Довязали ряд, вяжем 2 воздушные петли подъема, разворачиваем работу и вяжем в обратном порядке накид. Вот 2 воздушные петли подъема заменяют у нас столбик. Столбик под столбиком. Ищем следующий столбик предыдущего ряда. Обхватываем крючком сзади и провязываем столбик с одним накидом. Накид. Ищем следующий столбик предыдущего ряда. Вот он. И провязываем его в петельку над столбиком, как обычный столбик с одним накидом. Накид. Ищем следующий столбик, обхватываем его крючком сзади и провязываем столбик с одним накидом. Это называется выпуклый столбик. Накид. Следующий столбик ищем и провязываем его просто в петельку, как обычный столбик с одним накидом. Таким образом мы чередуем выпуклые столбики с накидом и обычные столбики с одним накидом до конца ряда. Получается, видите, немножко такой 3D узор, как резиночка. Довязали ряд до конца и почти до конца, до предпоследнего столбика. Здесь у нас были петли подъема. Здесь вводим во вторую петлю снизу от начала, да, и провязываем один раз.
присоединяю второй цвет. Если вы вяжете одним цветом, то вам этого делать не нужно, просто вяжите туда обратными рядами своим цветом. Если меняете цвет, как и я, то красивее всего будет заменить его вот так, аккуратнее. И вяжу, да, 2 воздушных петли подъема. Разворачиваю работу и теперь вяжу в обратном направлении. Теперь это у нас изнаночная сторона. Так, зеленую нитку уже можно обрезать, чтобы она нам не мешалась. Изнаночная сторона, накид. Следующий столбик идет он у меня по лицевой стороне, он был выпуклый, вот он. По изнаночной стороне он получился вогнутый. То есть мы обхватываем его крючком спереди. Вот так. И провязываем вогнутый столбик с одним накидом. Накид. Следующий столбик шел обычный. В петельку над ним провязываем обычный столбик с одним накидом. Накид. Следующий вогнутый. Провязываем его, захватывая спереди крючком за сам столбик. Накид. И следующий вяжем обычный столбик с одним накидом. Таким образом мы будем чередовать вогнутые и обычные столбики с одним накидом до конца ряда. Довязали до конца ряда. 2 воздушные петли подъема. Разворачиваем работу на лицевую сторону. Накид. И теперь вяжем по рисунку. Там, где выпуклый столбик, мы провязываем выпуклый столбик с одним накидом. Там, где обычный столбик, вяжем обычный столбик. Так мы будем чередовать до конца ряда. Когда мы довяжем ряд до конца желтой пряжей, я сменю цвет на оранжевый. Точно так же, как меняла желтый цвет, присоединюсь на последней петельке и свяжу 2 ряда туда-обратно по рисунку. Итак, связали 6 рядов резиночкой, и в этом месте я буду менять цвет на основной. Точно так же последний столбик провязываю 1 раз и подсоединяю основной цвет, светло-зеленый у меня. Вязать буду в 2 сложения, не почему-то там для узора, а для того исключительно, чтобы было тепло носить такие тапочки. Итак, подсоединила и вяжу 2 воздушные петли подъема. Все, оранжевый цвет мы можем уже обстричь, убрать. И дальше вяжем следующим образом. Если вы хотите, чтобы у вас такой плотненький получился узор, маленько как чешуйчатый, что ли, то вяжите, как я. Можно вязать обычными столбиками с одним накидом. А можно вязать немножечко по-другому. Мне кажется, что такой узор, он поплотнее. Итак, разворачиваем работу и начинаем вязать. Первый ряд я буду вязать обычными в каждую петельку столбиками с одним накидом. Просто столбиками вяжу до конца ряда. Довязали до конца ряда. Это изнаночная сторона. 2 воздушные петли подъема. Разворачиваем работу. Накид. И теперь ищем столбики предыдущего ряда. 2 столбика первых. Между ними вводим крючок. Не в петлю, а между ними. И провязываем столбик с одним накидом. Накид. Между следующими столбиками вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом. Между столбиками столбик с одним накидом. Таким образом мы будем вязать до конца ряда, но вы не довязываете последнюю петельку, последний столбик. Я вам покажу, как мы будем повторять каждый ряд. Довязали до конца и
до предпоследнего столбика накид. И последний столбик мы вяжем не между столбиками, а мы вяжем именно в столбик. То есть отсчитываем 1-2 петельки и во вторую петлю сначала, во вторую петлю подъема ряда мы провязываем столбик с одним накидом. Это для того, чтобы у нас был ровный такой краешек. 2 воздушные петли подъема, разворачиваем работу. И снова вяжем. Первый столбик мы провязываем между первыми двумя столбиками, в промежуток между ними. Вяжем точно так же, как вязали предыдущие ряды светло-зеленой пряжи. Довязываем до предпоследнего отверстия. В последнее не вяжем, а вяжем во вторую петлю подъема, последний столбик. Так мы будем повторять ряд за рядом, ряд за рядом. У меня это будет 9 рядов светло-зеленой пряжи. Вы смотрите свою плотность вязания. В общей сложности должно получиться у нас полотно 18-18,5 сантиметров в высоту. То есть связали вот вы резинку, связали сколько-то рядов другой пряжей, измерили, вы же знаете, сколько у вас ширина резинки сантиметров получилась. И в голове прибавили, да, это количество сантиметров, чтобы общая высота получилась 18 сантиметров. И, не довязывая резинки, остановились, начинаем вязать резинку в зеркальном отображении. Точно так же меняем цвет, только теперь сначала у нас пойдет оранжевый, потом желтый и потом последний уже зеленый. Каждого цвета по 2 ряда. Все, довязала я наш прямоугольник, так называется, хотя больше похоже на какой-то бочоночек. Ну, это из-за разницы узоров, конечно. На самом деле прямоугольник обычный. Попрятали хвостики на изнаночную сторону. И ниточку, вот закончили вязать, вытянули ниточку подлиннее. Вставили ее в иголочку. И теперь нам нужно всего лишь сшить, сделать 2 шва. Я выверну на изнаночную сторону, так сложу пополам ровненько. Сложила. Шью я очень плохо, очередной раз говорю вам, даже не буду показывать. Вообще, если вы шили, вязали все одним цветом, то вам можно сразу зашивать с лицевой стороны. Если разные цвета, как у меня, значит, я буду, и вы, наверное, тоже будете зашивать по изнаночке, чтобы не видно было нитку. Не менять же, да, нам цвет каждый раз. Как вы будете зашивать, я не знаю. Я буду просто шить через край. Вот, смотрите, здесь у нас будет пятка. То есть я просто сошью вместе 2 половинки. Вот так, до конца. А здесь у нас будет носочек. Начну я шить носочек вот отсюда. Также сложу пополам и соединю цвета. И начну сшивать вот так. И дальше продолжу сшивать вот сюда. Сшивать я буду до тех пор, пока мне не понравится вот это отверстие для ноги, скажем так, да? Чтобы комфортно входила туда ножка. Ну, немножечко, ну, не сильно закрытые, немножко открытые, наверное, оставлю следочки. Вы смотрите, примеряйте на свою ногу, как вам больше нравится, сколько зашивать. Вот, то есть делаем 2 шва здесь и здесь подлиннее. То есть сразу прямо переходим сюда, но потом вот этот уголочек, он весь выпрямится, поверьте мне. И зашиваем наш следочек. Так, забыла вам рассказать, как сделать, чтобы носочек такой более закругленный был у вас. Вот пятку я уже сшила, так с грехом пополам покажу, как выглядит на изнаночной стороне. Вот так, даже почти не видно другой цвет. Ну, вы, конечно же, шьете лучше меня, я не ерничаю, я искренне в это верю. Вот, у меня как-то руки не с того места растут, ну, пошив. Смотрите, взяла нитку я цвета носочка. И теперь вот эти вот все зелененькие, светло-зеленые петельки, я их соберу на иголку сразу. То есть надо как-то сейчас закрепиться, подождите. Это мы находимся
изнаночной стороне. Сейчас закреплюсь тут. Допустим. И вот так прямо через краешек петельки по краю. Видите, я как попала. Вы красиво собираете. На иголочку. Одно за одной и до конца, пока у нас есть этот цвет. Ну, чтобы носочек такой был закругленный. Вот, до последнего я дошла. Почти до последнего. И теперь я просто это все дело стяну. Вот так. Стяну как следует. И в этом месте, вот это еще, наверное, захвачу петельку. В этом месте нужно будет пройтись еще разочек. Я соединяю две половинки. Пройтись еще разочек по кругу. Для того, чтобы просто закрепить носочек, чтобы он не развалился, чтобы дырок не было. Так. Итак, все, закрепили как следует. Выворачиваем. И у нас такая относительно получается кругленькая, кругленький носочек. Все. Дальше я продолжу шить как попало с изнаночной стороны. Соединяя вот эти две половинки. И дальше прямо так и продолжу шить сюда одним швом. Все, сшила я. Вот как у меня выглядит пяточка. Так, носочек достаточно кругленький. Если его тапочек развернуть, без ноги, конечно, он может быть не очень эффектно выглядит, то вот так он у меня сейчас выглядит. Я хочу сюда еще навязать такой небольшой, как бортик, что ли. Для этого я, наверное, со стороны пяточки прикреплюсь. Я зеленой ниткой. Вы какой хотите. Ну вот, например, сюда. Просто вяжу 2 воздушных петли подъема, накид. И вот у нас как идет рисунок, да? Выпуклый столбик. Я вяжу выпуклый. Обычный столбик. Выпуклый столбик. Обычный столбик. Так я буду вязать по кругу. Все, связала я по кругу 2 ряда. Вы можете вязать еще хоть сколько, можете всего один рядок связать, можете вообще обвязку эту не делать. И теперь последний ряд я обвяжу все это рачьим шагом, чтобы вот так не загибалось у нас полотно. Я это сейчас все обвяжу. Итак, вяжем одну воздушную петлю подъема. И не справа налево, а слева направо ищем первую петельку. Вот она у меня. Ввожу туда крючок, вытягиваю нить и провязываю столбик без накида. Снова нахожу справа петлю, вытягиваю нить, провязываю столбик без накида. И таким образом мы будем вязать по кругу один ряд. Бортик станет жесткий, он такой станет, видите, маленько ребристый, красивый. В общем, это столбики без накида, только не справа налево, а слева направо вяжутся. Все, связала я по кругу рачьим шагом. Такой, видите, край стал твердый, практически не загибается. Конечно, так смотрятся они. Ну, обычные следочки, тапочки на ноге смотрятся гораздо лучше. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте, пожалуйста, палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных мастер-классов. Нажимайте на колокольчик под видео, чтобы быть всегда в курсе новых уроков. Всех люблю, пока-пока!